Знаете, есть такая хорошая история после дождичка в четверг. Сегодня четверг, и на холстрое нет. Но история этого вопроса как раз уходит в начало нашей недели, и нерадивые предприниматели приняли для себя решение, что они хотят видеть вход в свое заведение именно таким. Их не интересовало, что это памятник архитектуры, их интересовало, что этот дом знают не только в Одессе, в Украине, но и во всей Европе. Потому что самый длинный балкон в Европе как раз это дом на улице Греческая, 25, угол Екатерининская, 25. Мы вышли комплексно комиссии на этот адрес. Вместе Приморская районная администрация, управление ГАСКО, управление нашего департамента городского хозяйства ЖКС и земресурсы составили акт о том, что полностью отсутствуют любые разрешительные документы и дали предписание на демонтаж. Я подписал распоряжение о демонтаже вот этой вот всей конструкции, которую мы называем нахолстроем, и вчера собственники самостоятельно, что нужно, конечно, это отметить, как они это все соорудили, так они самостоятельно это все демонтировали. На этом примере очередной раз я хочу предупредить всех собственников помещений, которые находятся в Приморском районе, в исторической части нашего города, и предупредить, что не нужно самостоятельно принимать решение, как будет выглядеть входная группа вашего заведения, ресторана, магазина или просто вашей собственности. Не нужно переделывать из окон входные группы, делать вход, не нужно пристраивать что-то, надстраивать, углублять, расширять. Ничего не нужно делать без согласительных и разрешительных документов. В первую очередь, они должны были, конечно, обратиться в управление архитектуры нашего города, они должны были обратиться в управление ГАСК нашего города, получить все разрешительные документы и согласно этих документов начинать работы. Но таковые не были получены, и мы видим результат налицо.